Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 8 на странице 99 учебника математики для 3 класса автора Моро. Здесь нужно найти частный остаток и выполнить проверку. 65 делим на 9. Делится 63 на 9, получается 7. Остаток 5 минус 3, 2. Проверяем. 7 на 9, 63 плюс 2 равно 65. Верно. 54 делим на 8. На 8 делится 48. Это получается 6. 54 минус 48. Остаток 6. Проверяем. 6 на 8. 48 плюс 6 равно 54. Верно. 38 разделить на 4. На 4 делится 36. Это получается 9. 38 минус 36. Остаток 2. Проверяем. 9 на 4. 36 плюс 2 равно 38. Верно. 27 разделить на 6. На 6 делится 24. Это получается 4. 27 минус 24. Остаток 3. Проверяем. 4 умножить на 6. 24 плюс 3 равно 27. 85 разделить на 9. На 9 делится 81. Это получается 9. 85 минус 81, остаток 4. Проверяем. 9 умножить на 9 равно 81 плюс 4 равно 85. 74 разделить на 8. На 8 делится 72, это получается 9. 74 минус 72, остаток 2. 9 умножить на 8 равно 72 плюс 2 равно 74. 75 разделить на 20. На 20 делится 60, получается 3. 75 минус 60, остаток 15. 3 умножаем на 20, 60 плюс 15 равно 75. 83 разделить на 40. На 40 делится 80, это получается 2, остаток 3. Для проверки 2 умножаем на 40, получается 80, плюс 3, 83. 14 разделить на 20. На 20 делится 0, это получается 0, и остаток 14. 0 умножаем на 20 равно 0, плюс 14 равно 14. Деление выполнено верно. 36 разделить на 40. На 40 делится 0, это получается 0, остаток 36. Для проверки 0 умножаем на 40 равно 40, плюс 36 равно 76. 36. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.